Итоговое собрание общественной группы или жителей дома, желающих принять участие в проекте по поддержке местных инициатив, это первый, но очень важный этап. Здесь принимается решение о выдвижении проекта, определяется размер вклада населения и выбирается инициативная группа, которая будет курировать вопросы реализации проекта. На этом этапе проект уже может получить 2 балла, такие необходимые в системе оценки. С населением работают представители местных администраций и консультанты Министерства соцразвития. С 2010 года я работаю и большинство консультантов. То есть скопился очень большой опыт реализации подобных проектов других муниципальных образований. Поэтому мы владеем какими-то нюансами, знаем технические какие-то особенности проектов и можем на этапе выдвижения подсказать, например. Иногда бывает, что выдвигает проект, который сложно реализуем или технически не реализуем, или слишком дорогой. Поэтому мы на этапе собрания можем проконсультировать граждан, имеет ли смысл выдвигать данную инициативу. Если да, в какой форме ее лучше представить для реализации? Консультационная поддержка. В зале Гриновской библиотеки представители клуба «Фортуна» в 2019-м они предлагают реализовать в Слободском проект «Город романтиков», направленный на благоустройство территории у Стеллы. Из Кирова, когда люди приезжают, въезжают в наш город, сразу же бросаются в глаза Стелла, цветник, клумбы небольшие здесь. Наш город, он должен иметь особенный облик для гостей. А тем более для нас, жителей, которые здесь живут, в нашем городе Слободском, очень приятно, что здесь еще появится одно из любимых мест. Озеленение, асфальтирование дорожек, в целом создание проекта ландшафтного дизайна. Основное внимание дома по улице Грина, 55, на котором предлагается изобразить алые паруса. Пока это в планах. Среди ближайших целей и задач – работа с населением. Ну, конечно, мы поработали с людьми, которые мы хотим привлечь к этому проекту, которые будут помогать нам. Надо проводить опрос, надо информировать население, что чем мы будем заниматься и что мы предлагаем. Надо дополнительных таких инициативных людей, которые нам помогут непосредственно при реализации этого проекта. Проект выдвигается от общественной организации, но именно число голосов, отданных обычными жителями Слободского в пользу данной инициативы, будет существенной поддержкой при конкурсном отборе. От нашего города на участие в ППМИ-2019 планируется подать 26 заявок. До октября инициативные группы должны подготовить техническую документацию, сметы. Победители конкурсного отбора будут определены в феврале.